В Серпухове завершилась акция «Тепло из дома», в рамках которой жители муниципалитета собирали вещи и продукты для отправки на передовую. Сейчас, к Новому году, серпуховичи приготовили еще и подарки для военнослужащих. 30 открыток в этот раз передали бойцу с позывным «Мар-2». Остальные, а это более 5000 детских подделок, также отправятся на передовую. Мы как-то стараемся все равно поддерживать, чем можем. Свечи делают сотрудники, и носки вяжут. Да, мы бабушку озадачили с носками. Да. В подарках прям носки есть, самовязка. Да. У родителей, воспитателей детского сада и волонтеров к военнослужащему Павлу много вопросов. О том, как там, на передовой. Хватает ли продуктов питания, тепло или нет, доходит ли гуманитарная помощь, которую здесь ежедневно собирают активисты. А вот дети больше молчат, стесняются. В руках держат открытки, которые они нарисовали сами. Я делала елочку, и еще мы там сделали зайчика. Мы подарили сегодня открытки военному. Да. А кто такие военные? Что они делают? Военные, они защищают нашу страну. Встреча с детьми – это очень трогательный момент, рассказывает Павел. Ведь дома его тоже ждут сыновья, которые за него очень переживают. Эмоции переполняют, как говорится, чашу. Вот. У самого дети тоже. Очень приятно, когда маленькие дети поздравляют и желают тебе скорейшего возвращения домой. Победа будет за нами. У меня старшему 21, а маленькому 11. Как они вас встречают, чтобы это второй раз? Ну, старший у меня учится, вот, а маленький полчаса как приехал, полчаса стоял, плакал, поприехал. Ну, как, ну, встреча есть встреча. Жена на шее, слезы, ну, как обычно. И также сейчас приезжать будешь, то же самое будет. А там на передовой его ждут сослуживцы. Павел один из самых старших в своем батальоне. Служит в танковых войсках. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей практически каждый день оказывает помощь женам, матерям военнослужащих и самим бойцам. Здесь проводят и патриотические мероприятия, мастер-классы и встречи. Мы надеемся, что и дальше будем объединены одной целью, одними задачами – поддерживать наших ребят здесь, пока они там, защищают нас. И вот эти трогательные слова этих маленьких принцесс, которые сегодня, очень хочется, чтобы они донеслись до всех наших ребят. «Тепло из дома» объединило тысячи жителей Серпухова. Список организаций, волонтеров большой. Перед Новым годом в рамках акции было собрано более 5000 новогодних игрушек, сладостей, окопных свечей и писем. Волонтеры отвезут их ребятам в разные воинские части.